Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения находится сегодня в числе приоритетных задач администрации Краснодарского края. Ни один житель Кубани не должен остаться без внимания высококвалифицированного медицинского работника. Для выполнения этой задачи сотрудники краевой клинической больницы на медицинском автопоезде «Диспансеризация» регулярно выезжают в отдаленные сельские поселения края. В 2016 году на территории Краснодарского края продолжается реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Во всех районах края проводится диспансеризация взрослого населения. В Славянском районе она уже проведена для жителей двух сельских поселений – Черноярковского и Забойского. Это, конечно, большое подспорье для нас, потому что поселок далеко отдаленный от города, и наши доктора краевые, они смогут обследовать население, выявить какие-то заболевания на ранних стадиях. Ну и, соответственно, можно будет принять меры для того, чтобы эти заболевания предотвратить, пролечить профилактически. Ну, продлить, соответственно, жизнь населению тому, которое мы обследуем. В состав медицинского автопоезда входят 4 мобильных комплекса. Все машины оснащены современным оборудованием и позволяют решать обширный спектр диагностических задач. В поликлинике на колесах каждый желающий может сдать общие и биохимические анализы крови, сделать ультразвуковое исследование, ЭКГ, флюорографию и маммографию, измерить артериальное и внутриглазное давление, получить высококвалифицированные врачебные консультации краевых специалистов. Приехали мы с целью из краевой больницы, чтобы обследовать ваших жителей по нашей федеральной программе. Федеральная программа диспансеризация населения, то есть это проводится каждые несколько лет. Мы осматриваем определенные группы, возрастные группы населения и стараемся выявить те скрытые проблемы, скрытые заболевания, которые есть у людей наших. Важность мобильного автопоезда сложно переоценить, ведь он позволяет на должном уровне обеспечить доступность диспансеризации для жителей отдаленных сельских поселений. В ином случае сельчанам бы пришлось самостоятельно приезжать в районный центр для прохождения обследования. Конечно, удобно. Это очень хорошо. Не все же могут в город выбраться. А у нас врачей вообще нету тут. Вот из-за этого и нам хорошо. Проверят нас здоровый образ жизни, посмотрят, как мы тут, врачей, потому что у нас здесь врачи глубинка у нас врачей здесь толком нету. Вот приехали, мы здесь пройдем все. Очень хорошо, что проехали. Большое им спасибо, что они приехали к нам. Помимо медицинских обследований, врачи-терапевты мобильного комплекса «Диспансеризация» также проводят консультации по здоровому образу жизни. Особый акцент делается на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты получают всю необходимую информацию о признаках и проявлениях этого недуга, причинах и мерах его предупреждения. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».